Тогда насчет этого завтра решим. Договорились. Прости, Дань. Спишь? Пол первой ночи. Где ты была? На работе. Я же тебе написала. Где еще? Там просто какой-то завал случился. Все отчеты, все документации. За 3 года исчезла. Пришлось искать. Как ты добралась? На такси? Нет, меня подвезли. В общем, мы сейчас всеми сотрудниками сначала там искали, потом кто там. Тебя подвез? Дань, тебе вообще не интересно, да? Мне очень интересно. Кто? Арсен. Потому что мы там остались одни, потому что доделали работу, потому что потом он меня решил подвезти. И подвез, и рассмешил. Молодец какой, да? Ты следил? Больно надо. Отсюда было слышно. Прямо отсюда, да? Что, я просто замерз.